Добрый день. 23 сентября 2022 года. Я сейчас в Савиньоне, но перед тем, как сюда приехал, я был на Сегесской. Слышал кучу выстрелов. Было очень тревожно, скажем так, как говорят некоторые блогеры. И действительно, казалось, что что-то происходит, какая-то заварушка. Интенсивная стрельба. Потом вот сейчас вот я доехал до Савиньона, вытащил телефон, посмотрел. Дроны камикадзе разлетались над Одессой, скажу я вам. И видно по очертаниям, что это те самые иранские. Летают над Одессой. Вроде как какой-то из них сбили, но все равно вроде как констатируют паблики одесские, есть прилет. Какие-то фотографии есть, там дым идет вроде как в районе порта, как они утверждают. Я не буду утверждать, говорю, что увидел, что прочитал в паблике. Ну и пострадала еще каким-то образом заправка, тоже это открытая информация, правда там ничего не взорвалось на ней, но она прям совсем все божеского вида абсолютно не имеет. На Люсдорской дороге. Так, чего они разлетались, непонятно. Все было спокойно в последнее время. Но сейчас вот пошла жара. Будем смотреть дальше. Надеюсь, к концу этого дня все будет мирно. Почему стрельба была такая долгая, уже даже появилась шутка в паблике, потому что добивали дрон еще военные на земле. Он оказался живой. Как-то вот так. Ну, всего вам хорошего, до вечернего выпуска. До свидания.